Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Военнослужащий Донецкой Народной Республики, позывной Вини. Как давно в народном ополчении Донбасса? Первый раз было в 2019 году. Ну, там, короткий срок. Где-то в районе 3-4 месяцев. Потом уже приехал в 2020 году по нынешнее время. В санатории в Вешенске вы сейчас находитесь первый раз на реабилитации. Что вас устраивает, что не устраивает, скажите, пожалуйста. Все отлично, все замечательно. Лечат, кормят, поят. Все супер. Какие процедуры назначили? Ну, у меня там идет дыхание, ультрафорез. В принципе, мне больше пока и нельзя. А ранение какое у вас? У меня два ранения. Одно в левое колено сустав, второе слева направо, ягодичный. Ну, ягодица была задета кишка. Вы сначала в госпитале проходили лечение? Или вас прямо сюда на реабилитацию отправили? Нет, я был, получается, у меня два ранения в разный период. Так. Одно в районе Мирного, второе уже за Донецком, ну, в другом направлении. Угу. Вот. Первое это было коленный сустав, второе это было уже в... Ну, вот, 1 мая. Yes. Так, вопрос еще у меня такой. Вот ваши пожелания какие вообще вот тем спонсорам, которые помогли организовать вашу поездку сюда на реабилитацию? Ну, во-первых, реабилитация нужна всем. Я думаю, нужно, конечно же, помогать реабилитировать ребят. Вот. Ну и параллельно в корпусах очень много чего не хватает. Чего именно? Скажите, пожалуйста. Начиная от обычных медикаментов, жгутов, ВПшек, заканчивая средствами индивидуальной защиты, касками, средствами связи, это средствами на разведки. Да. Те же беспилотные летательные аппараты, рации с шифрованием. Угу. Вот. А вот в качестве там, лечения, реабилитации, что вот, хотите получить себе на передовую? Ну, именно на передовую. А основное на передовой это медикаменты, тут обезболы, противовирусные препараты, ППшки, жгуты, естественно. Жгуты какие? Кровоостанавливающие? Конечно же, в большом количестве у нас используется жгут Эсмарка, но неплохо было бы иметь и турникеты. Угу. Вот. Так, а еще что? Чем нуждаться? Ну, в зимний период у нас идет это противовирусные препараты, антибиотики различного вида. Вот. Это в зимний период, ну и в летний, если просто вот такие капли в нос, в рот, в глаза и так далее. Так, а вообще, вот, что хотите вот, передать спонсорам? Там, я не знаю, есть какие-то пожелания у вас, там, слова благодарности или что? Конечно же, всем огромное спасибо. Мы благодарим и сам фонд Русич, и всех, кто помогает на данный момент Донецкой Народной Республике. Вот. Просто скажу, что с начала военной спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации Украины вот, очень много сейчас идет потоков гуманитарной помощи, вот именно не беженцев, а именно как армии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Российской Федерации. Насколько вот мне известно, многие просто собираются, сами лично там привозят и все прочее. Вот. Мне бы очень сильно хотелось, чтобы все это до вас доходило. Ну, все, что лично нашему подразделению привозят, практически все оно приезжает. Мы это все получаем. Никто не разворовывает по дороге? Я не знаю, как по дороге, потому что все, что получают непосредственно наши командиры, то, в принципе, да, мы все получаем. И формы, и средства связи, и медикаменты. Ну, значит, все доходит до... Все, что именно непосредственно наш командир получает, наши командиры, у нас, конечно же, все это мы получаем на руки. И ведется, конечно же, постоянный учет всего этого. Хорошо. Благодарю вас. Скорейшего вам выздоровления. Управляйтесь. Вам тоже всего наилучшего. Спасибо. Всего доброго.